Всем привет, с вами Сумрак из клана Краматорск. Сегодня хочу рассказать, как фармить луками. Имея в наличии 200 луков, хотя у меня затерялось 2 мага, не раздал еще. Можно нападать, сбивая домики или собирая ресурсы снаружи. Тем самым выбивая 50% для одной звезды и побеждая. Можно не сбивать, можно влететь. Вот, допустим, этого можно легко напасть, у него часть ресурсов есть. Вот, смотрите, королевы тут каканые, короли черненького сейчас забьем. Такие заброшенки ищутся, выбиваются. Рекомендую держать банка здесь с собой. Магов, вот так как они у меня есть, мне уже легче. Могу использовать короля. Сейчас отправлю этих магов. 50% так и добить. Для этого и держим подкрепление. Сейчас не будем дальше мучить короля. Оставляем, пожалуйста, 170 тысяч снято, 10 кубков, 180 черного. Вполне предостаточно. Ну, так как нам приходится постоянно ждать, пока наполнятся наши лагеря, можно заниматься чем-то своим. Смотреть фильмы, заниматься в компьютере чем-нибудь другим. В то время как строятся войска. Сейчас проверим, кто у нас тут сидит. Ну, у нас, в принципе, тут магии сидят. Это хорошо. Ну, так и собираем. Сейчас улучшаем заборчик, дабы был уже ровненький. Дадим подкрепление клану и ждем, пока ставлю на паузу. Да, я хотел рассказать, этот способ подходит для тех, кто может долго находиться в онлайне. Чем хороши луки, хоть и они имеют самое малое количество хп, всего 40 по сравнению с 95 варваров. Но луки могут стрелять через 2 клетки, на третью. Поэтому используем в основном луков. Можно, конечно, часть варваров использовать. И коплю в основном. Хоть я такими занимаюсь редко, где я последний раз, вот 700, да, снял. Ну, это называется, я и занимался ерундой. Сбивал домик, решил поклевать я чуть-чуть. Со всех сторон добывалки, хоть денег вообще ничего практически нету. Ну, думаю, ищу все-таки 3 банки на хранилище. Кренделька 2200 черного. Меня схавала большущая зеленая жаба. Пульнул сначала 2 банки, потом решил пульнуть еще последнюю. Так, с одной банки, как они у меня третьего вывела, они прокачаны еще нифига. Двумя банками почти 500 снял. Решил добить почти 750. Ну, в таком духе. Обычные войска. Строятся гиганты. Маги, луки, всего понемногу. Можно с хилкой. Тогда уже если нападать раз в полчаса, в час. Или дольше. Бывает, нападаю только утром. Только утром и вечером, абсолютно не играя днем. Бывает, зависну на каком-то из аккаунтов, так как он у меня не один. И играю довольно-таки много. Но через время оно, зараза, выкидывает. Пишет, в вашей деревне нужно отдохнуть, вы слишком были долго в онлайне. Так что часиков, если 5 посидите или 6, обязательно вас все равно выкинет, на вас нападут. Всем, кому интересно, покажу вам, как выглядит
Бомба. Да что такое, а? Чертов Брустекс. Вот она. 5 левела бомба. Имеющая 34 урона. По сравнению с 4-й, имеющей 26 урона. Как-то так. Так, ну куда я утянул кусок забора? Ага, вот он. Испортила всю мою красоту. Так, еще хотел сказать. Вот, допустим, 50 луков для информации делается ровно 20 минут. Ну, так как у меня уже здесь были луки, то получается раз в 15 минут идет нападение. Можно идти в бой таким образом, если вы ищете только домики. Блин, вот как вот, понимаете, вот как назло, вот заходишь, ладно, придется забрать то, что смогу. Зашел и нашел как раз кучу хранилищ переполненных. Ну что ты будешь делать? Это называется такое большое западло. Выпустим и планкастер. Никаких, естественно, 50% я не втяну. Так всегда, наполняйте полностью казармы, лагеря. Берите все войска и только после этого идите в бой. Это кончится, это примерно как у меня сейчас. Бум-бум-бум, ресурсы спер, кубков нет. Пожалуйста, тоже 130, но 24 в минус. Еще некоторый совет тем, кто может хочет каких-то красивостей. Почему у меня такой, извините, срач на базе? Специально оставляю все, что вылазит внутри круга. Нифига не удаляю, дабы снаружи вылазило все остальное. Все остальное я очищу, оставляю только елки. Елки мне нравятся, будет примерно как в миссии. Эх, у них тут даже и нету. Как у гоблинов на начальных уровнях. Мы можем сейчас попробовать найти. Последний, интересно, есть. Да, вот смотрите. Вот такое вот хочется получить в конце концов. Хоть я и сомневаюсь в этом. Ну, для тех, кто хочет, рекомендую. Выращивать снаружи елочки. Может, кому-то это будет интересно. По чуть-чуть они вылазят. Медленно, но вылазят. Еще вот у меня есть. Многие спрашивают, как вылазить в покупкам. Мой 5-й аккаунт. Я залез на нем в первую лигу. Ну, понятно, что тут сносят наглухо его. Там воровать особо нечего. Еще 5-й строится до 6-го. Тут решил я еще и камни оставить. Тут один камень удалил, чтоб сильно не мешал. Тоже для красоты. И точно так же оставляю елки снаружи. Оставляю. У нас самый больший елок, насколько я помню. У доктора Халка. Как он себя последний раз величал. Да. Самое большое количество елок. Не рубленые, не кошенные, целый лес. Красотища. Вот примерно так. Итак, ищем следующую жертву. Тем же составом. Господи, опять битком. Пока, конечно, не вижу. Так что наверняка как раз все хватает. Попытаемся фиолетово выиграть, проиграть, обворовать все на свете.
Черненький главное проносить. Чего особо проще проскочить нахуй. Баночку куганем. Аполеончик забежим. Прострем бой, как всегда. Фил на этого. Нафига нам что-то отнял. По барабану. Не, ну вы, конечно, можете здраво рассуждать. Мне уже просто идти надо, блин. Некогда мне тут искать. Сейчас мои последние лучки от мартирки сдохнут. Хабась! С Гулькин хрен мы, конечно, выиграли. Ничего страшного, всего 16 кубков прогадили. Вполне нормально. Все равно считайте. Один лук стоит 200, 100 луков будет стоить 20 тысяч, 40 тысяч стоят войска. Ну, в банке не в счет, это считайте. То есть минимум 40 тысяч надо снять. Снимаем мы гораздо больше. 88, и тут 113. 113, 130, 170. А тут я издевался тоже. Чем я тут только не ходил? Всякую муру. Каждый пробует своими войсками. Кто чем может. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.